Друзья, привет! Сегодня вернулся в Анапу, так, на пару деньков, там, кое-какие вещи забрать. Я просто сейчас временно живу в Краснодаре, но, в Анапе все равно я снимаю, сейчас вообще сейчас 3 квартиры снимаю, представляете? В Анапе снимаю, потому что я здесь постоянно живу, потом снимаю отдельно квартиру под офис, потому что домашние не понимают, что такое работа дома, и все время, особенно дочь, заходит, папа. Вот, поэтому приходится снимать отдельную квартиру, чтобы работать. А у меня такая работа, знаете, нужно много считать, много думать, чтобы никто не отвлекал. И сейчас снимаю квартиру в Краснодаре, потому что там, определенные дела, тоже на длительный срок, наверное, видели. Видео сейчас другое, фон. Так вот, вернулся в Анапу и сейчас думаю, какой классный город. Я все время, когда из Анапы уезжаю, потом возвращаюсь, думаю, какой классный город Анапа. Реально, нужно выехать ненадолго, чтобы понять, как здесь классно, как здесь хорошо. Объясняю. Вот, во-первых, вот в Краснодаре там чуть пожил, да? Ну, сейчас опять, там, завтра, наверное, вернусь уже. Там подушки, одеяло, короче, надо там. Жена список дала, в общем. Что забрать надо еще. И вот куда-нибудь едешь, тык-мык, пробка, гудят люди, толкаются. Как-то вот этот вот суета, толкание. Приедешь там в тот же, там, я не знаю. Вот поехали вчера в галерею. Вроде галерея, платная парковка. Вот так вот все тыркаются, мыркаются. Ну, сделайте вы побольше территорию, там, я не знаю. Ну, территорию больше не сделаешь, но как-то пошире. Ну, вот это вот толчея, знаете, везде куча народу. Погулять, не знаю, говорят, вот гуляйте здесь, там, здесь можно гулять. Вот в Анапе везде можно гулять. Ты вышел из дома, ты уже в парке. Парк, зелень, красота, просторы, море. Ну, в общем, ладно. Нравится мне здесь жить, нравится реально. Ну, кроме лета. Хочу сказать, летом, конечно, тоже толчея. Но я вот приехал. Вот я встал на свое место, понимаете? Хотя я не снимаю машиноместо. Я не купил это машиноместо. Но у каждого свое место. Вот настолько много пространства. Вот во дворе у меня там, не знаю, фонтан, карусель там. Ну, кайф, виноград. Кайф. Горки всякие. Вот море, вот море. Вот он парк, вот парк, реально. Вот море, вот парк. Живешь как на... Почему как на курорте? Это и есть курорт. Город-курорт. Все-таки я так привык жить в городе-курорте, что даже немного уехав из вот этого вот кайфа, уже некомфортно. Вот, а почему я изначально уехал из Владивостока? Кто не знает, я вообще с Владивостока. Я в 2010-м прилетел с Владивостока в Москву. У меня там цель была, помню, 30 квартир, чтобы типа каждую, чтобы сдавать их и в разные дни и месяцы, чтобы каждый день приходили деньги. Но это я когда купил 2 квартиры, я оглянулся назад, посмотрел, сколько мне это времени на это ушло, сколько у меня сил на это ушло. Я думаю, да ну, не, и сколько они приносят эти квартиры. Вот так вот, как в этом меме. Я говорю, нет, я одну продал, на фондовый рынок закинул. Вот, ну... Это недавние подписчики, наверное, не знают, но скажу, у меня там несколько счетов. Вот то, что я освещаю, это маленький счет. Маленький счет, который я просто ради того, чтобы показывать, как все это работает, завел. Вот, но это сейчас он до миллиона вырос, он там был там небольшим. На его примере просто показываю. А так есть и другие счета. Так вот, еще с Владивостока-то я уехал. Уровень жизни в Владивостоке, вот город, конечно, мой родной, я его очень люблю, я прям кайфую от этого города и все, и атмосфера там такая своя, но вот жить там в плане уровня жизни, если у тебя не бизнес, а ты просто работаешь, ходишь на работу, это жесть, конечно, это зарплаты вот такие вот, цены вот такие вот. Я вот недавно, помните, ездил, покупал землю на острове Рейники. У меня там база сейчас. Мы прокачиваем базу отдыха. Вот, этим летом не ездил по семейным делам.
Ну, вообще там база растет, развивается. Уже отель поставили там на 4 номера. Вот. Ну ладно, потом про отель расскажу. И вот если там просто работать, да, не заниматься бизнесом, ну, это... Я вот уже привык к этому уровню жизни, да. Вот я недавно туда, ну как, в том году приезжал, захожу в магазин, ну там на рынке собрались, и я вот так вот все кидаю там, ну, привык здесь, да, даже на цену не смотришь, но магазин, это же не ресторан. Кладешь на кассу, хоп, 8 тысяч. Чего? 8 тысяч, за что? Я ничего не покупал. Я так покушать взял чуть-чуть. Ну там, да, там, с собой, там, на остров, там, чуть побольше, чем просто в магазин за хлебом заходишь. Ну, восьмера, вы чё? И такие цены, это просто жесть в магазинах, просто жесть. То есть уровень дохода маленький, уровень цен высокий, из-за этого уровень жизни сжимается. То есть, ну, уже человек не может себе позволить, там, хорошо питаться, да, ходить в рестораны, там, в кафе. Здесь, как бы, кафе пошел просто покушать, там в кафе пошел, это уже, типа, ну, это уже нифига, в кафе пошел, надо себе смочь позволить. Цены очень большие во Владике. Относительно заработков, ну и вообще относительно цен в России, это ну жесть какая-то. Думаешь, ну что, неужели, что это, золотые помидоры? Понять не могу, что за бред? Золотые яйца, что ли? Поэтому я изначально переехал на Запад. На Запад, я вам скажу, ценники относительно Дальнего Востока, это, ну, вот такие вот. Я даже помню, звонил всем, говорю, сколько что стоит здесь, там, в Москве. Ну, в Москве там цены, понятно, ниже. Ну, в Анапе там, не сильно выше, чем в Москве. По некоторым позициям даже ниже. Вот. Сейчас-то понятно, как бы, у меня уровень жизни, уровень дохода там уже поднялся. И то я в шоке от владивостокских цен. Потому что с непривычки, когда ты заходишь в магазин и отдаешь ни за что, там, 5-6 тысяч, вообще, ну... Вообще просто покушать купил. Ты думаешь, да что за... Вы что, блин? Как в ресторан сходил. Поэтому... Такси, блин. Доказал такси. Ты что? На чем... Чем ты его заправляешь, этим... это такси? 700 рублей. Да ты балдел, что ли? И так вот, ну, во многих мелочах. Поэтому, ну... А когда там живешь, ты думаешь, что это нормально. А потом, когда ты вот возвращаешься во Владик, да... И общаешься с людьми, вот мы там на базе там приезжали, это люди разные приезжали, там, и как бы туристы, да, общаешься с ними, там, сколько ты получаешь там? Он говорит, 60 тысяч. Блин, да как можно на 60 тысяч вообще прожить во Владике? А люди здесь меньше получают. С такими ценами это жестко, очень жестко. Очень жестко. Вот, ну а бизнесом там, да, можно заниматься, конечно, зарабатывать можно, вот. Ну, каждый чем может, зарабатывает. То есть, вот сейчас я там, мы прокачиваем базу отдыха. Да, это уже другое. А просто работать не. Вот такие вот. Ну, а Анапа, в Анапе я кайфую, конечно. И днем, и летом. А что сейчас? 20 градусов. 20 градусов. Сегодня, сейчас конец ноября. Уже скоро зима календарная. 20 градусов. Ну да, дождик сейчас идет. Ну, ладно. Саравдон, не в шубе ходишь. Вот такое сегодня видео. Просто вернулся в Анапу и опять понял, какой классный город. Всем пока.